Пожар на Ленинградском проспекте. Жутковато, на самом деле. Что сейчас на месте ЧП и что с людьми, которые находились в здании? Инспекторы тоже хотели на танцы. Открывайте, полиция! В клуб пришлось выламывать дверь. 200 человек выгнали с подпольной вечеринки. Призраки каменоломни, решетку в Сиянах, которую вчера установили, уже взломали. Мы съездили в пещеры, где недавно пропали дети. А в Шерегеше лыжника накрыла лавина. Прямо! Лавина! Что было дальше, покажем в эфире. Дождитесь. В прямом эфире Владимир Калякин. Доброе утро. 6 часов в столице. Вы смотрите информационный телеканал «Москва-24». О самом главном здесь и сейчас. Начнем с погоды. Желтый уровень погодной опасности объявлен в регионе. Синоптики предупреждают о гололедице, также вероятные снегопады. Поэтому водителям сегодня лучше пересесть на общественный транспорт. На дорогах скользко, пешеходам рекомендуется быть внимательнее, особенно при переходе через дорогу. Сейчас на уличных термометрах -2, днем может немного потеплеть до -1, и это на сегодня максимум. Так что утепляемся. И вот что произошло ночью, пока вы спали. Спасатели продолжают.